Я вот слушаю вас иногда, но почему вы все такие строгие? Неужели вас забавляет тогда, что теперь вы все стали взрослые? Можно смело насмехаться над теми, кто пока что еще юн и молод, скрывая под маской ужасные тени, что окутала зависть и холод. Давай, пораскинь мозгами, покопайся в чертогах ума. Взрослому юному вы никогда не стать, а вот юному взрослым можно. Цени моменты юности цветущей. У нее нет свойства бесконечности, зато взрослым во многом присуще чувство одинокой стабильности. Не торопитесь стать взрослыми, побудьте как можно дольше детьми.